Позвольте поздравить всех нас, вместе с нами жителей города, с принятием бюджета на 2024 год. Городской бюджет на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов утвержден единогласно. Как и прежде, он сохранит свою социальную направленность. Основная доля расходов пойдет на образование, ремонт и содержание дорог, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство. Кроме того, по мере исполнения главного финансового документа будут осваиваться средства, поступившие в городскую казну из вышестоящих бюджетов. Например, по 100 миллионов рублей на 2024, 2025, 2026 год область дополнительно выделяет на реконструкцию спортивных сооружений плоскостных, которые находятся в пределах шаговой доступности у объектов образования. А для города Самары это очень важный аспект. Основные параметры бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов утверждены в следующих значениях. 2024 год. Доходы 21 миллиард 650 миллионов 678 тысяч рублей. Расходы 22 миллиарда 280 миллионов 678 тысяч рублей. Доходы и расходы на 2025 и 2026 годы. 2025 – 22 миллиарда 672 миллиона 539 тысяч рублей. 2026 – 23 миллиарда 822 миллиона 575 тысяч рублей. Кроме того, в ходе доработки проекта бюджета ко второму чтению по предложению депутатского корпуса предусмотрены дополнительные вложения. Предусмотрены дополнительные средства на проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в учреждениях образования и культуры. Добавлены средства на ремонт тротуаров, увеличена эта статья. Реконструкция сетей дождевой канализации и строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод. Также в бюджете на 2024 год предусмотрены средства на предоставление компенсации расходов за аренду жилого помещения педагогическим работникам и завершение работ по строительству нежилого корпуса в спортивно-оздоровительном центре «Олимп». Что касается расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, то здесь средства предусмотрены на самые социально важные объекты. Это в первую очередь проектирование и строительство дорог, водоводов, обновление объектов культуры и спорта. Я понимаю, что вы вместе с сотрудниками администрации выставляли приоритеты и определяли то, что в первую очередь необходимо сделать по тому или иному направлению. Я рада, что бюджет получился взвешенный. Я рада, безусловно, что он принят. В дальнейшем главный финансовый документ будет дорабатываться с целью решения наиболее важных вопросов. Как и прежде, сохраняя социальную ориентированность, в городском бюджете предусмотрели средства для стабильной работы всех сфер жизни Самары. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.